Мир всем, друзья! Сегодня я хочу поделиться своим опытом, как садить цветы, рассаду цветов из семян. Например, мы берем покупные семена. Например, это у нас эустома крупноцветковая. Вообще, я выбирала семена на таком сайте, где можно было посмотреть отзывы. Например, про эту эустому я прочитала, что хорошая всхожесть у производителя Аэлита. То есть бывает, что покупаешь дорогие семена, а там ничего не взошло. Обидно, конечно. Но старалась выбрать с хорошими отзывами. Вот. Что необходимо для хорошего вырастания семян? Прорастания семян. Вот я купила специальную смесь для цветов земли. Вот. Значит, небольшой контейнер, любой, наполнила этой смесью, полила. Читаю, как надо садить семена. То есть какие-то семена мы заглубляем. Например, петунию мы вообще не заглубляем. То есть семена петунии, вот она, мы раскладываем на поверхности, прижимаем, прыскаем из пульверизатора. Я потом накрываю крышечкой и ставлю в теплое место. У меня это сушилка для обуви от печки. Вот, вот так закрываю. И где-то, ну, через день примерно, опять же, беру пульверизатор и вот как бы увлажняю. То есть, чтобы не поливать как бы из крана большим потоком, увлажняю пульверизатором. И вот в тепле буквально всходит на третий день. Бывает быстрее, бывает чуть подольше. Например, вот она петуния. С дрожжи тоже не очень всходит. Это из дрожжи у меня выросли. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Всего шесть. Вот. То есть схожесть не очень петунии дрожжевой. А бывает россыпи, у меня зашло мхом прямо, и я отдала свекрови в теплицу, чтобы света хватало лучше. Вот. А, это я уже не закрываю на самом деле. Здесь вот, например, у меня один вид томатов. Ну, такой, чтобы мне его знать отдельно. Потому что у меня есть больших кашпо таких. Это отдельный вид. Значит, какие цветы у меня хорошо зашли? Вот эустома зашла 5 из 5 в дрожже, то есть хорошая схожесть. Сапфир Блю Чип называется. Далее, что здесь? Цикламен персидский. 4 семечки стоило, по-моему, 130 рублей. То есть очень, как бы я бы сказала, дорого, да? Я его посеяла, побрызгала, укрыла, и вот из 4 семян все 4 взошли. Слава богу, хорошая схожесть. Я накрывала сверху этим пакетиком, потому что написано в темноте надо проращивать. Бегония взошла неплохо. Ну, может, половина семян зашла. Потом посадила я свои семена цинии. Цинния, она вообще непривередливая, большие семена у нее. То есть хорошая тоже, беспроблемное растение. И виола. Ну, виола не густо взошла, но рассажу. Вообще она потом в грунте даст свои семена и будет как многолетняя. Потом это пеларгония, выращенная из семян. Вот она уже большая, потому что садили ее раньше намного. Это вот двуцветная бело-розовая. Ну, это какая-то... какой-то случайный цвет, то есть там смесь цветов было. Также я сажу огурцы, то есть любые семена, им нужна влага и тепло, и когда она всходит, как бы нельзя пересушить, потому что помрет растение. То есть когда крышка уже не может закрыть вот так вот, да, то есть когда цветок уже перерастает, я беру, ставлю в пакет, пакет сверху завязываю, и так вот у меня прямо и стоит на окне.
То есть мы сохраняем необходимую влагу и температуру. То есть мини-парничок получается. Ну вот, крупным планом возьму. Это эустома, 5 из 5. Далее, петуния. Ну, не густо, но они будут хорошо развиваться, потому что им места хватает. Здесь у меня цинния, свои семена. Виола. Это пеларгония. То есть одна двуцветная, другая случайного цвета. Ну, огурчик. Какой я сажу огурчик? Огурчик партино-карпичный. То есть он без опыления вырастает. Вот такие я люблю. Видите, у них нету пупырок никаких. Но это на вкус и цвет. Но мне такой нравится. Он бегония взошла. Хорошая схожесть. И вот это вообще 100% схожесть. Ну, это черенкование мы размножаем. То есть у нас деревня, у кого какая есть, каванхоя какое есть, делимся. Вот это мне розовенькая досталась от соседки. Вот это желтая каванхоя. Она скоро зацветет. Вообще с районного центра. Супруг привез веточку. Вот рассада томатов, перчики тоже со мной поделились и рассадила. Это барвинок, с осени я его выкопала, потом обрезала, вот он в принципе растет дальше. Этому каланхое уже лет 10, наверное, мне муж еще в городе подарил. А это каланхое недавно появилось у меня, новенькое, очень симпатичное. Тоже веточкой я сначала воду садила, потом корни дала в горшочек. Вот очень красивая каланхоя, очень крепко выросла, зацветает. И моя любимая герань, такая коралловая. Этот кустик уже старинный, но я от него уже отсадила помоложе. Очень так обильно цветет он. Ну и петунья сама взошла у меня. Видать, семечко было земли. Завершает мой цветочный выпуск. В общем, желаю всем мира, здоровья, не бояться экспериментировать с посадками, украшать свой дом и палисадник красивыми цветами.